Здравствуйте! Сегодня мы с вами поиграем. И это рубрика «Развиваемся, играя». Сегодня мы с вами поиграем в одну очень интересную игру. Называется она «Чудесный мешочек». Конечно, у нас, если есть возможность сшить мешочек из ткани, это очень хорошо. Но если такой возможности нет, мы можем любой красивый пакетик приспособить для этой игры. В этот пакетик мы можем сложить все, что у нас есть интересного дома. Особенно для детей. Игрушки, маленькие книжечки. Даже наручные часы и фрукты. Все мы это складываем в мешочек, но ребенку об этом не рассказываем. Он не должен знать, что там лежит. Если мы хотим поиграть, мы предлагаем ребенку опустить вниз руку и нащупать какой-нибудь предмет. Но не доставать его, а сначала назвать, что он нащупал. Есть предметы, которые легко опознать. Например, машинка. Молодец! Ты достал машинку. Попробуй. Что тут вы можешь найти еще? А есть предметы, которыми ребенок давно не играл или уже не играет, потому что он стал старше. И некоторые предметы можно определить по звуку. Погремушка. Правильно. В эту игру можно играть с ребенком, но в эту игру может и ребенок поиграть с вами. И пусть он соберет в этот мешочек свои любимые игрушки или предметы, любые, с кухни или из ванной, или мамин крем положить туда. И уже вы будете определять на ощупь, что хранится в этом чудесном мешочке. Используя такую игру, мы с вами развиваем мелкую моторику, мы с вами развиваем воображение, логическое мышление, развиваем тактильные ощущения. Вот такая простая игра, которую можно поиграть в домашних условиях. Всего вам доброго, до новых встреч!